ступенек. Раз, два, раз, и... Мы рождены постигнуть мироздание, продраться вширь, в глубины и наверх. Мы у богов хотим похитить знания и ощутить познание сладкий грех. Все выше и выше и выше, дерзаний растет градиент. И в каждом профессоре дышит спаливший вольтметр студент. Следующий номер нашей программы — движение тела под действием силы упругости или гармонические колебания. Задача до смешного простая. Имеется очень гладкий скользкий пол, имеется тело, привязанное к стенке пружинкой жесткости К, которая в недеформированном состоянии имеет длину L с ноликом, масса тела M. Сейчас и в последующие моменты, если пол гладкий, сила тяжести компенсируется силой реакции опоры, и про них можно забыть. Если пружина недеформирована, силы упругости нет, тело покоится. Однако, если мы переместим тело на какое-то расстояние, пружинка растянется, и на тело начнет действовать нескомпенсированная сила упругости. Ну а сила тяжести, сила реакции опоры никуда не денется. Мы знаем, что по величине, пока пружинка растянута не очень сильно, сила упругости равна минус К на смещение тела. Вот теперь, чтобы хорошо задать смещение тела или деформацию пружины, давайте вот так направим ось Х, и там, где пружина была не деформирована, поставим точку 0. Поэтому деформация пружины будет равна просто величине смещения тела. И сила упругости будет вот такая. Ну, теперь, если уравнение движения МА равняется МЖ плюс Н плюс сила упругости, а эти два слагаемых с самого начала взаимно уничтожаются, спроектировать на ось Х, мы получим, что масса на проекцию ускорения на ось Х равняется минус kx. Ну, естественно, мы теперь вспомним, что не надо писать лишнюю букву x, лишнюю букву а, а вместо нее написать, что это есть вторая производная от координаты по времени. Поэтому перенесем обе части уравнения в одну сторону и на всякий случай поделим на m. Получится вторая производная от x по времени плюс k делить на mx равняется 0. Чтобы было еще удобнее, я вспомню, что жесткость пружины и масса тела положительные величины, поэтому их отношение тоже положительная величина, и это отношение можно обозвать квадратом какого-нибудь числа. Только извините, здесь я забыл, вторая производная под это дважды. Посмотрите, по размерности, что это за число? Здесь у нас метры, здесь секунды в квадрате. Здесь у нас метры, поэтому k на m должно иметь размерность единица на секунды в квадрате. Эта величина имеет размерность времени в минус второй степени. Время в минус первой степени – это частота.
Поэтому эта величина имеет размерность квадрата частоты. Давайте стандартно обозначим эту величину через омега с ноликом в квадрате. Итак, омега с ноликом в квадрате по определению это k делить на m. Тогда наше уравнение становится совсем простым. Вторая производная от x по времени плюс омега с ноликом в квадрате x равно нулю. Друзья, мы получили обыкновенное дифференциальное уравнение какого порядка? Второго. Однородное, справа ноль. С постоянными коэффициентами омега с ноликом. Это константа. Чтобы решение было однозначным, сколько надо начальных условий? Два. Давайте, например, зададим такое начальное условие. В начальный момент времени груз не был смещен, а скорость в начальный момент времени равнялась v с нуля. То есть груз находился здесь, и мы его пнули. Пнули со скоростью v с нуля. Теперь задача имеет однозначное решение. Конечно, можно было бы задать здесь не 0, а x с ноликом. Можно было задать здесь x с ноликом, а здесь 0. Кстати, потренируйтесь, когда здесь будет не 0, а x с ноликом. А v с ноликом тоже останется. А я сейчас попроще себе задачку предложу. Мы с вами уже договорились, что однородные линейные дифференциальные уравнения стоит решать так, чтобы искать решение x от t в виде некоторой константы на e в степени альфа t. Почему это удобно? Потому что я сейчас буду дифференцировать экспоненту, и она каждый раз останется чем? Экспонентой. Подставляю. C константа выходит. Теперь дифференцируем экспоненту один раз по времени. Какой множитель выскакивает? Альфа. А если два раза? Альфа в квадрате. Альфа в квадрате на e в степени альфа t. Плюс омега с ноликом в квадрате на c на e в степени альфа t должно равняться нулю. Экспоненты никогда не равны нулю, они сокращаются. Конечно, c равное нулю годится. Если c равно нулю, x равно нулю. Тут ноль и тут ноль. Получится тоже здесь тоже. Получится. Но тогда, если c равно нулю, у нас x всегда равно нулю, может скорость быть не ноль, если x всегда равно нулю? Не может. Нет. Поэтому c тоже не может равняться. Поэтому на нее тоже можно сократить. И тогда для показателя степени альфа мы получаем характеристическое уравнение. Альфа в квадрате плюс омега с ноликом в квадрате равно нулю. Откуда альфа в квадрате равняется минус омега с ноликом в квадрате? Ого! Становится забавно. Но мы теперь ничего не боимся. У нас есть комплексные числа. А комплексные числа позволяют решать любые уравнения. Альфа равняется плюс-минус корень из минус омега с ноликом в квадрате. Или можно написать так, плюс-минус корень из минус единицы умножить на омега с ноликом в квадрате. Или можно написать плюс-минус корень из минус единицы на корень из омега с ноликом в квадрате. Корень из омега с ноликом в квадрате вычислять одно удовольствие, это будет просто омега с ноликом. А корень из минус единицы это сколько? И. Итак, альфа равняется плюс-минус и омега с ноликом. Посмотрите, у нас оказалось, что есть не одно решение такого вида, а сколько? Два. Поэтому есть одно решение. Х плюс от t равное какой-то константе c плюс на e в степени плюс и омега с ноликом t. Есть второе решение. Х минус от t равное какой-либо другой константе. Она может быть не обязательно c плюс, какую хочешь можно взять. На e в степени минус и омега с ноликом t. Вы можете подставить каждое из этих решений в это уравнение
и с удовольствием увидеть, что они его обращают в тождество. Но внимание, поскольку уравнение линейное, то сумма решений тоже будет решением. Поэтому, если мы сейчас сложим эти два решения, мы получим то, что называется общим решением однородного уравнения. Х общее от t, это есть c плюс на e в степени плюс i омега с ноликом t, плюс c минус на e в степени минус i омега с ноликом t. Во-первых, если вы подставите такое решение в уравнение и честно все сосчитаете, получится тождество 0 равно 0. Это решение. Во-вторых, наше решение зависит от двух произвольных констант. А сколько у нас начальных условий? Два. Поэтому у нас есть два уравнения с двумя неизвестными для нахождения констант c плюс и c минус. Чтобы найти эти константы, подставим первое начальное условие. Х общее от t равно нулю, с одной стороны должно равняться нулю, а с другой стороны это есть c плюс, но e в степени 0 это сколько? 1. Плюс c минус, потому что e в степени минус 0 это тоже 1. Таким образом мы сразу же с вами видим, что c минус должно равняться минус c плюс. И наше решение приобретает вид x общее от t, это есть c плюс на e в степени i омега с ноликом t минус e в степени минус i омега с ноликом t. Осталась одна константа, но у нас есть еще одно условие, что скорость в момент времени t равная нулю должна равняться нулю. Чтобы им воспользоваться, надо найти скорость. Как найти скорость, если знаем координату? Продифференцировать. Поэтому v от t это есть производная x общая по времени. Дифференцируем. C плюс константы выносим из-под знака производной. Дифференцируем первую экспоненту. Какой множитель выносится? И омега с ноликом. А экспонент остается экспонентой. Дифференцируем вторую. У нас выносится минус и омега с ноликом, но минус на минус дает плюс. На e в степени минус и омега с ноликом. Мы нашли скорость. Теперь используем начальные условия. Скорость при t равном нулю равняется v с ноликом с одной стороны. А с другой стороны, это будет c плюс на i омега с ноликом, но при t равном нулю экспонента единица, плюс i омега с ноликом, а это экспонента тоже единица. Итого 2i омега с ноликом c плюс. Но отсюда c плюс это есть v с ноликом делить на 2i омега с ноликом. Осталось сюда подставить c плюс и написать, что x общее от t равняется v с ноликом делить на омега с ноликом, а 2i я приберегу для более важных вещей. Дальше. E в степени i омега с ноликом t минус e в степени минус и омега с ноликом t. И вот сюда напишу 2i. Друзья мои, а что это такое? E в степени и фи минус e в степени и фи на 2i. А это самый обычный синус. Итого мы получаем v с ноликом на омега с ноликом на синус омега с ноликом. Победа, господа! Победа! Если это x, а если это t, то у нас решение имеет вид синуса
амплитудой колебаний V с ноликом делить на омега с ноликом и периодом колебания T равным 2π делить на омега с ноликом. А вспоминаю, что омега с ноликом это корень из k на m. Это будет 2π корня из m делить на k. Победа. Я думаю, что если вы учились в неплохой школе, вы решали такое уравнение. Но решали так, вам говорили, давайте возьмем пробное решение в виде синуса. Подставим его сюда и увидим, что все хорошо. Поскольку когда мы здесь подставим синус, а вторая производная от синуса чему будет равна? Первая косинус, а следующий синус. И синусы сократятся, и все получится. Тогда возникает вопрос, зачем же мы тут стали выдумывать экспоненты? У нас есть теорема единственности, если получилось бы решение с синусом, то и было бы все хорошо. Зачем мы все это мудрили? По двум причинам. Ну, во-первых, это стандартный метод решения всех дифференциальных уравнений, которые я говорил сейчас. А во-вторых, школьный метод, давайте проверим синус, хорош, конечно. Только в одном случае он не будет работать. Знаете, в каком? А давайте добавим сюда еще силу вязкого трения. Ведь наш грузик трется о воздух. Предположим, что он сейчас едет в эту сторону со скоростью V. И тогда на наш груз действует еще одна сила. Какая сила? Сила вязкого трения пропорциональная скорости. И куда она направлена? И поэтому давайте-ка подправим наше решение на случай, когда у нас есть сила вязкого трения. Тогда все будет чуть-чуть не так. Второй закон Ньютона будет выглядеть так. MAX, я сразу проецирую на ось X, равняется минус KX, это сила упругости. Еще есть сила вязкого трения. Я напомню, что сила вязкого трения равна минус это умножить на V. Поэтому минус это на VX. Снова перенесем все в одну сторону и заменим ускорение и скорость производными. Получится d2x по dt дважды плюс, я переношу сюда плюс, это делить на m, я делю все на массу. Скорость, это первая производная от x по времени, плюс k делить на mx равняется нулю. Как всегда, мы введем более удобные буквы, чтобы писать поменьше. К на m мы уже договорились обозначать омега с ноликом в квадрате. А вот коэффициент вязкого трения, деленный на массу, я сейчас обозначу через 2 бета. Тогда мы получим такое уравнение. d2x по dt дважды. Плюс 2 бета dx по dt плюс омега с ноликом в квадрате x равно нулю. Друзья, у нас опять обыкновенное дифференциальное линейное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами. И чтобы его решить, надо задать начальные условия. Повторим старые начальные условия. X от нуля – 0. V от нуля, V с нуликом. Вот теперь школьный метод с треском провалится. Потому что если я попытаюсь подставить x в виде а на косинус омега t,
То есть здесь-то или синус омега-2. Здесь вторая производная будет минус синус. И синусы сократятся. А здесь что окажется? Косинус. И синус с косинусом никогда не сократится. А вот если я буду подставлять решение в виде экспонента в каждом слагаемом останется экспонента. Экспоненты что сделают? Сократятся. Поэтому снова ищем решение x от t в виде константы на e в степени альфа t. Подставляем пробное решение в уравнение. В каждом слагаемом будет константа c, поэтому на константу c можно сократить. В каждом слагаемом экспонента останется экспонент, и поэтому экспоненту можно сократить. А вот от двойного дифференцирования по времени появится коэффициент альфа в квадрате. Во втором слагаемом, кроме двух бета, которые уже есть, от одиночного дифференцирования по времени какая степень альфа появится? Первая. А здесь останется омега с ноликом в квадрате. О, господа, у нас снова получилось квадратное уравнение. Но теперь у нас получилось квадратное уравнение во всей его красе. Со всеми промежуточными слагаемыми. Давайте решать. Я думаю, что каждый из вас знает, как решать уравнение. Это есть минус бета плюс минус корень квадратный. Из бета в квадрате минус омега с ноликом в квадрате. Давайте эти два корня обозначать не 1,2, как принято, а как мне больше нравится, альфа плюс и альфа минус. Плюс, когда плюс корень, минус, когда минус корень. Кстати, посмотрите, если бета равно нулю, тут ноль, получается плюс-минус корень из минус омега с ноликом в квадрате. Это мы с вами уже проходили, мы только что. Ну что ж, тогда у нас есть два решения. X плюс от t это c плюс на e в степени минус бета плюс корень умножить на время. Я для краткости не пишу, что подходит. И x минус от t это c минус на e в степени минус бета минус корень на t. Как и раньше, общее решение это есть сумма этих решений. С плюс на Е в степени минус бета плюс корень на Т плюс С минус на Е в степени минус бета минус корень на Т. Мы сейчас, конечно, с вами изначальных условий будем искать С плюс и С минус, но уже здесь возникает проблема. Посмотрите, если у нас трение вязкое отсутствует или очень маленькое, то под корнем у нас отрицательное число. Вы про бета забудьте, тут будет минус омега с ноликом в квадрате. И тогда при извлечении корня что появится? Минус единица. Мнимая единица. А если у нас трение огромное, а пружинка с маленькой жесткостью, может оказаться, что бета в квадрате больше, чем омега с ноликом в квадрате. И тогда под корнем будет положительное число. Наверное, будут две принципиально разные ситуации. Итак, начнем с первой ситуации, когда бета больше, чем омега с ноликом. Это значит, что у нас есть большое вязкое трение и слабая пружинка. Если хотите, это означает, что мы всю систему поместили в вязкий сироп и пнули грузик. Что будет дальше? Чтобы сказать, что будет дальше, осталось удовлетворить начальным условиям. Х от нуля есть ноль. С другой стороны, при t равном нулю, это будет c плюс, плюс c минус.
Поэтому по-прежнему c минус равняется минус c плюс. И по-прежнему наше решение x от t это будет c плюс на e в степени минус бета плюс корень на t минус e в степени минус бета минус корень на t. Чтобы найти константу c плюс, надо найти скорость, как мы это делали с вами уже раньше. А чтобы найти скорость, надо эту штуку продифференцировать. Дифференцируем. C плюс осталось c плюс. При дифференцировании экспоненты выскакивает множитель минус бета плюс корень. Так напишем. Минус бета плюс корень на e в степени минус бета плюс корень t. Минус. При дифференцировании этой экспоненты выскакивает множитель минус бета минус корень на e в степени минус бета минус корень t. Подставляем t равное нулю. V от t равного нулю с одной стороны. Это V с нуликом. А с другой стороны, это c плюс. Но если t равно нулю, что с экспонентами происходит? В единице. Поэтому остаются только эти множители. Что же у нас осталось? Минус бета плюс корень. Минус минус бета, это значит плюс бета. Минус минус корень плюс корень. Бета съедаются. Итого получается c плюс на два корня. Откуда теперь c плюс? Это v с ноликом на два корня. Ну что ж, мы с вами нашли полное решение. Я его напишу во всей красе. X от t равняется v с ноликом на корень. Теперь напишу, что стоит под корнем. Из бета в квадрате минус омега с ноликом в квадрате. Двойку я сейчас использую, как и раньше, чтобы на нее делить экспоненты. Но обратите внимание, в каждой из экспонент есть множитель e в степени минус бета t. Поэтому e в степени минус бета t я вынесу. А здесь будет e в степени плюс корень из бета минус омега с ноликом в квадратах t минус e минус корень из бета минус омега с ноликом в квадрате t делить пополам. Мы решили с вами уравнение. Но видите, что ответ получился угрожающий. Только посмотрите, если бы здесь стояло и, здесь стояло и здесь стояло и, это что бы было? Синус. А здесь и не стоит. В математике так часто встречаются комбинации, ужасно похожие на синус, но не содержащие и, что математики для такой функции придумали специальное название. Такая штука называется гиперболическим синусом. Вот эта штука может быть записана так. Синус гиперболический из корня из бета минус омега с ноликом в квадрате. Друзья мои, что? SH. Теперь я вам по секрету скажу, как эту функцию называют физики. Ради бога, не вздумайте это произнести перед математиками. Там выход будет один. Либо мгновенный инфаркт математика, либо вам двойка по математике на всю жизнь. Математики этого не прощают. Но физики эту функцию называют
шинус. Как вы понимаете, кроме шинуса, есть еще и кошинус. Это Е в степени и фи, без И, Е в степени фи плюс Е в степени минус фи делить пополам. При этом знаете, что оказывается производный от шинуса является кошинус. Нам осталось совсем немножко построить график этой функции. Чтобы построить график, я перепишу ее все-таки чуточку по-другому. Я напишу, что это будет v с нолем на 2 корня из бета минус омега с ноликом в квадрате, а здесь будет e в степени минус бета плюс корень t минус e в степени минус бета минус корень. Смотрите, надо построить график разности двух экспонентов. Давайте попробуем такой график построить. Итак, по одной оси я буду откладывать время, а по другой, красным, я буду рисовать график со знаком «плюс», а синим – график со знаком «минус». Ну, то, что стоит здесь, не важно, это постоянные множители, они только график растянут или что-то сделано. Итак, смотрите, здесь в экспоненте, а скажите, а показатели степени в экспоненте здесь положительный или отрицательный? Минус бета, а под корнем стоит бета в квадрате минус омега с ноликом в квадрате. Величина под корнем меньше, чем бета, поэтому минус бета победит плюс корень. Поэтому это все-таки экспонента с отрицательным показателем. И с ростом времени эта экспонента что делает? Бывает. Она стартует из единицы и потом потихонечку стремится к нулю. Это вот эта функция. Вторая функция со знаком минус, поэтому она стартует из минус единицы. И посмотрите, здесь показатель экспоненты куда более отрицателен, чем здесь. Тут минус бета, минус корень. Поэтому эта функция стремится к нулю как? Быстрее, чем красная. И поэтому эта экспонента ведет себя вот так. Ну, а теперь осталось сложить два графика. Смотрите, в точке старта обе экспоненты выходят из единицы, поэтому в точке старта 0. Ну, кстати, у нас и были начальные условия, х от 0, 0. На бесконечности будет стремиться все к нулю. У нас просто шляпа. Не знаю. Но скажите, на больших расстояниях какая функция будет побеждать? Красная или синяя? Верхняя. Поэтому будет идти все вдоль верхней функции, но чуточку пониже, потому что вычитается из нее немножко. Чем ближе к нулю, тем больше вычитается, а потом попадает в ноль. А зеленого это что у вас? Сумма. Это то, что и есть на самом деле. Давайте посмотрим, что же тогда происходит. Итак, мы пинаем груз в сиропе. Он из нуля начинает уходить. Уходит все дальше и дальше. Его скорость становится все меньше и меньше. Здесь скорость его обращается в ноль. А потом координата х уменьшается. Что груз начинает делать? Возвращаться обратно. Но он к положению равновесия стремится бесконечно долго,
и никогда не приходит в положение равновесия. Это называется апериодический режим колебаний. В вязкой среде вы толкаете груз, он отходит и медленно возвращается обратно. Если бы мы поставили другие начальные условия, что мы вначале просто пружинку растянули и сюда поставили груз и отпустили, он бы просто бесконечно долго возвращался к положению равновесия. Такой режим называется апериодический. А теперь посмотрим, что у нас будет, если у нас есть обратное неравенство. И у нас бета меньше, чем омега с ноликом. Тогда обратите внимание, что под корнем у нас что получается с вами? Отрицательные числа. И тогда под корнем можно поменять порядок следования букв, но зато вынести и. И я сразу напишу решение. Тогда x от t будет v с ноликом. Здесь я напишу омега с ноликом в квадрате минус бета в квадрате, но зато вынесу и. Будет и корень из омега с ноликом минус бета в квадрате. Теперь уже под корнем положительное число. Омега с ноликом больше, чем бета. Значит, это я рассматриваю случай, когда омега с ноликом больше, чем бета. Но то, что я поменял местами их, я учел, вынеся и. Дальше будет e в степени минус бета t, а здесь будет e в степени i корень из омега с ноликом минус бета в квадрате t минус e в степени минус i корень из омега с ноликом в квадрате минус бета в квадрате t делить пополам. И знаете, что я еще сделаю? Я это и перенесу сюда. Но, господа, e в степени и что-то минус e в степени минус то же самое делить на 2 и это что? А это синус. И тогда наше решение принимает вид v с ноликом на корень из омега с ноликом минус бета в квадратах на е в степени минус бета t уже на обычный синус корня из омега с ноликом минус бета в квадрате t. Давайте попробуем нарисовать график такой функции. Он будет совершенно не похож на это. Для начала нарисуем график функции e в степени минус бета t. Ну, мы знаем, как выглядит этот график. И его отразим еще. Во-вторых, мы должны нарисовать график синуса. Кстати, график синуса известно, как устроен, только обратите внимание. Если раньше, без трения, у нас был синус омега с ноликом t, теперь что с частотой стало? Меньше. Поэтому это будет более растянутая синусоида. Но эта синусоида умножается на затухающую экспоненту. И если раньше синус у нас колебался с постоянной амплитудой, то теперь, чем больше время, то амплитуда будет все меньше и меньше. Поэтому нам тот синус, который был раньше, я его пунктиром нарисую, раньше у нас был вот такой синус. Это когда у нас не было вязкого трения. То, что мы с вами решали только что. Это было решение при бета равном нулю. Теперь нам надо растянуть эти колебания и вписать их в затухающую экспоненту. Ну, понятно, что получится. У нас возникнут затухающие колебания. Причем, чем больше затухание бета, тем больше
частота, тем меньше частота и больше период, вот здесь у нас период этих колебаний t равен 2π делить на корень из омега с ноликом минус бета в квадрате. И он больше, чем раньше период, который был 2π делить на омега с ноликом. И чем больше бета, тем период становится больше. А когда бета превосходит омега с ноликом, период обращается в бесконечность. И тогда режим затухающих колебаний переходит в какой режим? В апериодический режим. Поэтому при слабых трениях, при нулевом трении у нас получаются гармонические колебания. А когда появляется вязкое трение, период гармонических колебаний становится все больше и больше, и они затухают все быстрее и быстрее. Этот называется режим затухающих колебаний. А когда бета становится больше, чем омега с ноликом, у нас колебания становятся невозможными, и возникает апериодический режим функционирования системы. Вы только посмотрите, как много знает второй закон Ньютона. Я думаю, что если бы я вас попросил нарисовать эти графики изначально, вы этого не знаете, а второй закон Ньютона знаете. Поскольку второй закон Ньютона вместе с Ньютоном очень умный. Так, у нас сейчас уже период, да? Да. Нам осталось рассмотреть последний случай, когда еще кто-то толкает этот грузик. Но это уже будут вынужденные колебания. Следующий раз.